И, короче, сейчас. Значит, вы беженец из Узбекистана? Да. В Молдове? В Молдове, да. И здесь что? Ну вот, насчет работы я попросился, короче, в Центр милосердия. А почему туда? Ну, а кто будет принимать? Ага. А так, работать на рынке или в селе где-нибудь, на стройке? Ну, мне все равно, я работу не боюсь. И? Не берут? Ну, не берут, у них договоренность или что. Вот я не знаю, что плохого я сделал. Одно, что я плохое сделал, что я жаловался за правду. И все. Остальное это когда не принимали в центр беженцев, да, а так на работе не жаловались? Нет, нет. Было всякое там, ну... Если кто-то хочет, захочет вам дать работу, как вас найти? Ну, я на улице сейчас. Сейчас на улице, без работы и без дома? Без работы, без... Я лучше... Без работы, вот, например, говорят, что ты пьешь. Ну да, а злости. И что мне делать? Вот. Обращаюсь в разные, там вот, по... как я попал через вас в эту миграцию. Они поселили туда, спасибо вам огромное. Это было давно, я уже не помню. В 2016 году. Ага. И вот, сейчас вот я обращаюсь. Они, короче, как-то договоренность или что, я не знаю, почему так происходит. Ага. Я не могу правду добиться. А у вас статус беженца официально, да? Да, да. И сейчас есть. Вот... И государство не помогает, не ни помогает, с жильем, ни с работой, да? И, короче, когда меня подставили, вот, например, 2 числа... Какого месяца? Января? Да. Нет, я извиняюсь. Декабря? Да. 31 декабря меня подставили. И я от злости уехал. Вот билет. Ага. 6 числа, короче, меня вернули назад. А уехали из Молдовы куда? Из Молдовы, короче, в Россию. Ага. В Россию. Или там, я думаю... А может, у вас есть паспорт беженца или как? Да. У вас паспорт узбекский как? Нет, есть. Да, да. Ага. Есть. Значит, можете ехать, вы свободны. Только да, в Узбекистан. Временно. Только в Узбекистан не можете вернуться, да? Ну, в Узбекистане там, короче, из-за молдавской власти мне проблемы сделали. Да? Ну, мне доказательства все есть. Понятно. Но все равно вы просили убежище, значит, не можете вернуться домой, потому что вам грозит опасность. Ну да. Хорошо. И в России не нашли работу? Нет. Короче, в Россию я, короче, от злости, короче, с этого Молдавии, короче, как они меня подставили, я уехал. Ага. Отсюда, 2 числа. Да, да. 2 января 2019 года. И что, вот... Уже на улице, как бомж, хожу. И из России возвратили обратно? Да, они сказали, чтобы я вернулся назад. Ага. Они, короче, начали там проверять. Сказали, вот, давай мы посмотрим телефон, телефон, короче. И они проверили, и, короче, сказали, этот кто. Там увидели, что директор центра. Там, ага. И я им номер дал, 4 людей. Ага, ага. И они, короче, созвонились и, короче, вернули меня. А они потребовали, чтобы я вернулся назад. Ага. А в чем дело, я не знаю. Молдавские власти, да? Да, да. Ага. Да. Вот и вернули сегодня... назад, а помочь не помогают. Вот, например, да. Я сейчас обратился. У меня вот записи есть вот насчет работы, чтобы я там не бомжевал, вот как сейчас. Вот. Обратился, чтобы я работал. У них какую-то договоренность или что вот. А может дадите телефон и вам позвонят, если кто-то захочет вас нанять? Да? Пожалуйста. Скажите на камеру, пусть 0, звонят. Да. 068-55-60-98. Ага. И имя? Кахрамон Джон. Джон? Да. Хорошо. Увидимся. Спасибо за доверие.